смотрит мой канал «Смотри и делай». Я с вами Алексей. Вот. Сегодня дам размеры вот такого окучника или плужка. Он самодельный. В прошлом видео я показывал, как им гонял. Вот. Для дома классная вещь. Не забывайте поставить вначале лайки. Вот. Смотрите это видео до конца. Дам сейчас размеры. Ну что, поехали смотреть. Ну что, вот такой вот окучник или плужок. Вот уже достал рулетку трехметровая. Вот. Ну, начнем с колеса. Вот такое вот металлическое колесо. Диаметром давайте. Так, на 19. Вот. Сделана вот такая вот стоечка. Ну, стоечка не столь важна. Важна вот эта вот труба. От колеса до самого рамы и плуга. И окучника. Вот. Ставим сюда. Оп. Получается на 85. На 85 это трубка. Также дали косынку, чтобы не прогинала сама труба. То немного потом и играла с самим плугом туда. Ходила с ней. С косынкой сама. Все хорошо. Вот такое вот приварено ухо. Здесь у нас есть палка. Тросик цепляется. И второй человек становится. Ну, помогает тянуть. Если очень земля тяжелая. Она не очень тяжело тянуть второму человеку, но очень хорошо помогает. Так, эта трубка. Вот как сзади. В самом окучнике. Вот она. Откуда он начинается. О, затянул. Не хочет держаться. Как всегда. Трубка сама на 73 до руля. Руль сам взят со взрослика старого советского велосипеда. Вот просто уварили, наклонили его, чтобы рукам лучше было под наклон держать, не прямо, а под наклон. Лучше пихать так. И немножко подогнули саму трубу. Вот она видно. Вот как она идет. Видно. Так, еще самое важное. Это вот за самого наконечника. Здесь сделали, наварили наконечник, сам сделали с нержавейки. Вот наварили к носику до трубы 22 сантиметра. Вот перерисовали с окучника. Вот такие вот. На том заводском были. На картону мы перерисовали, сделали. Ну вот они здесь. Под кося. И немножко подогнули. Вот косина какая. Полукругом здесь сделано. Подогнули немного. Вот оно. Сколько? На 17. На 17 сантиметров. Получился такой плужок. Берут у нас его соседи. Всем нравится. Но у нас сейчас стала очень хорошая пора. Вот какое небо. Жара капитальная 9 числа июня. Также делаем стройку. Вот. Постпостройку ставим. Некогда сейчас снимать. Вот такой, в общем, получился у нас плужок. Делайте, не пожалеете. Соседи берут, в общем, всем нравится. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Также пишите комментарии ниже. Почитаем. Что еще заснять по мотоблоку, что кому непонятно, сниму. Так что пишите. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр.